Всем привет! Долго не могла начать никак снимать видео, так как у нас обстоятельства сложились так, что полтора месяца назад у меня умер дедушка, папа, то есть дедушка для моих детей. Как вы понимаете, не особо хотелось, конечно, снимать в такое время. Мы переехали, как видите, в дом до моих родителей. Так что мама осталась сама. Сейчас простите. Вот так вот. Каждый день слышны взрывы. Летают истребители, вертолеты. Так что очень страшно. Подвал мы приготовили, наготовили. Ну, слава богу, пока он еще не пригодился нам. Да, бывают взрывы далеко, бывают близко. Ну, вы знаете, как говорят, человек привыкает ко всему. Мы уже, наверное, за 2 месяца уже привыкли. Уже не так стали бояться. Так что вот так вот. Живем здесь у мамы на Садовой. Садовая это называется улица так. Нам здесь нравится, нам тут хорошо, природа. Цветочки спустились. Садим огородик. Картошечку посадили. Ну, дальше я вам покажу. Помидорчики, лучок. Помогаем родителям. Помогаем папиной. Фу, папиной говорю. Сашиной маме. Маме Оксане. Тоже с огородом. Так как осталась тоже сама. Ну вот, так потихоньку живем. Я на работу не хожу, так как садик закрытый. Саша у меня тоже не ходит на шахту, пока его попросила быть дома с нами. Ну, вот так потихоньку и живем. Очень тяжело, конечно, морально, но мы пытаемся друг друга поддержать, настроить на хорошие мысли. Даст Бог, все будет хорошо. Всем мира, добра, счастья, любви. Ну а дальше будем понемножку снимать нашу жизнь, так как она есть. Вот так вот. Вот наш Ромчик, который играет мячик. Тоже заняться нечем, да? Друзей толком нету. Ну, один друг есть, ну, редко когда выходит. Да, сына? Скажи всем привет. Всем привет. Так, а я ж покажу, где наша дочечка. Там у бабушки. У мамы палисадник такой. С розочками. Вьющимися. Вот. Цветочки такие беленькие. Зелень, зелень, зелень. А вот моя Викуська. Привет. Собирается гулять, краситься. Ну, хоть на немножко отпускаем ее. Надо чем-то заниматься. Ну, да. Хоть и страшно, конечно, но отпускаем, потому что в четырех стенах сидеть тоже как-то можно чокнуться. За мной там следят. Ну да. Ну, в смысле. Ну, компания тоже там, молодежь выходит. Мальчики, девчонки. Те, кто остались, еще не все уехали. Волейбол играют. Не все эвакуировались. Многие, кстати, уже приезжают, тех, кого эвакуировали. Или те, кто эвакуировались сами.
уехали. Да, Марсик? Это ж наш Марсик такой. Марсюнька. Скажи людям здрасте. Вот так вот. Красавчик какой у нас. Тут соседей у нас нету. Уехали. Все заросло. Тоже сирень такая красивая. И тут соседи напротив уехали. В Польшу или Чехию. Ну, в основном все в Польшу или в Чехию уезжают. Вот так вот. А тут наша собачка-дружок. Саша хочет ему навес красивый сделать. Вот как раз он сейчас делает навес. Надо с чем-то заниматься. Придумали с Сашей, какой сделать навес. Потом покажем, что у нас получилось. Да, Саш? Да. Вот. Вот такой он, мама. Тоже тут цветочки растут. Вот такие вот красивые. Мне такие вообще кусты очень нравятся. Красота вообще. Главное, еще ни один не пожелтел. Розочки будут скоро. Вот. А тут вот такой кустик растет. Кстати, не помню, как называется. Вот он даже через крышу пролез он и цветет. Растет, то есть. Ромашка уже отдыхает. Да, Ромашка? В телефоне. Вот это одно занятие. В телефоне только, да? Ну, что мне тогда делать? Ну, да. Мячиком поиграл. А тут наш Оскар. Помните Оскара нашего маленького? Он уже подрос. Да, Оскар? Дай лапку, дай. Дай лапку. Вот так вот. Сидит, отдыхает. Ромка, знаешь, что я сейчас делаю? Ты знаешь, зачем прибил? Зачем? Это ты для чего прибил? Чтобы оно плотно сидело. В смысле? Доски расходятся. А. Вот так. Видишь? Ага. Папа сына учит. Как надо делать, да? Угу. Помогаешь папе? Угу. Молодец. Родителям надо помогать, да? А Оскар помогает? Идем на огород. Сейчас вам покажу наш огородик. Вот наш персик, который, конечно, какая-то болячка на него напала. Не знаем, что с ним такое. Не, ну хотя знаем, как она называется. Но что с ним делать? Пока мы еще думаем. Вот так вот. Вот уже все зелено. Петушок кукарекает. Так, мне надо взять тяпку, чтобы пополоть огурчики. Вот, сейчас возьмем тяпочку и прополим. Да, в сарайчик захожу. Взяла я тяпку и пойдем сейчас пополим огурчики. Вот, уже немножко выросли огурчики. Клубничка цветет. Все цветет и пахнет. Вот так вот. Да, жизнь не заканчивается. Надо садить огород, так как в дальнейшем неизвестно, что будет дальше. Будет ли дальше год голодный, будем как-то спасаться на огороде. Будем выращивать. Ой, кажется, дождик пошел. Так что будем полоть.
Вот наши огурчики вылезли, вот рядочки. И, конечно, уже вырос с ним и бурьян вместе. Вот так вот. Будем сейчас полоть. Так, тяпочку взяли и вот так понемножку будем полоть. Вот. Уничтожать сорняки. Вот, а тут огурчики маленькие вылезли. Потом будем собирать урожай. Вот так вот. Так, ну вот, пополола я рудик. Огурцы. Вот так вот выглядит. Вот наш дом, кухня летняя, заборчик, красота. Вот ромашки уже какие. Потом чаёк будем пить. Ну, вот и всё. Идем отдыхать.